sportbets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Категорически вас всех приветствую, 31 число, и это хорошо. Игровой вечер SL TV Star Series продолжается, и, вернее, последний матч сегодняшнего игрового вечера проведет команда Na'Vi. Команда Клан Мистик уже сайдпик на центре, и это будет эпичный замес. Сегодня Natus Vincere уже один раз обыграли Клан Мистик в рамках ESEA Invite League. Карты там по турам, поэтому Inferno свою забирали. Ну, посмотрим, ответят ли Клан Мистик сегодня тем же. Пока еще не ясно до конца, смогут они или нет, но у Клан Мистик все предпосылки к этому были еще в матче с ESEA Invite League, и со мной поделились информацией игроки, некоторые, которые смотрели. И сейчас, как видим, ну, Харца тут уже вообще просто прямо жалко, я не знаю. Ну и составы команд на ваших экранах, и прямо сейчас перед вами. Клан Мистик, GMX, Хардски, Ашима, Кеннис, СФ, Na'Vi, это Зев, Старикс, Эдвард, Сейзет, Гвардиан. Сегодня они показали стабильную, весьма стабильную игру на карте Демирейдж в матче против... В дерби-матче против Hellraisers. И вот помимо того, что выиграли Клан Мистик на ESEA, могут их сейчас просто подрать. Но все зависит от того, соберутся ли французы на этой карте, на этом турнире. Потому что для них Star-серия может вообще закончиться в этом сезоне, если они не наберут нужные очки. Ну что ж, по нулям. Давайте смотреть. B-стейк, 3B-пуш от Na'Vi. Вот так вот. Дигл от Клан Мистик, Яшима. Твою налево, Ковач слезает СФа сразу. Хардс размен убирает Гвардиана, уходит Эдвард в самый последний момент. Ну и ему здесь просто сейчас... Ого, Эдвард поставил, чё Хардсу просто борода печаль. Ну а плент уже занят, и Киашим умудрился со своим диглом дострелять до последнего Сейзеда. Врыв на точку, бомба ставится в глуби. И вот это Зев сейчас просто взял и не убил бомб кэрри. Но неважно. Убили дальнего, Зевс обходит, а тут уже перекресочка, и вот он, горячий Киашима, его дигл и хедшот. Все-таки не зря купил 8 хп в течение раунда, и это самые, наверное, MVP-шные 8 хп, которые были. Ну вот он должен был его получить. Да, получил MVP. 1-0 в пользу Клан Мистик, пистолетка начинается не под диктовку Na'Vi, и посмотрим, пропрется ли Кеннис. Кстати, во многом игра команды Клан Мистик будет зависеть от того, как все-таки, в какой форме будет Кеннис. Сможет он брать ВП и переться или не сможет, потому что без этого парня даже в игре команде Титан стало немного как-то не особо благоприятно, но тем не менее. В Клан Мистиках, не знаю, он, по-моему, еще себя не нашел, я считаю, что вот... Кадр-то, конечно, как профессиональный игрок, талантливый, интересный и мотивированный, но... Если уж Титаны от него отказались, то значит не просто так. Значит, что-то с характером. Значит, что-то нужно менять. Ну ладно. В любом случае, это французская движуха. Нас она мало волнует. У нас главное, наша команда есть. Пока все в порядке. Так, начало положено этому раунду. Сбривают Зевса. Ну и дальше, наверное, будет просто обычный рядовой антиэко на дальних дистанциях. Клан Мистик стараются никуда не лезть. Так, поджим дуги отменили. Сейчас Na'Vi могли выходить в аркаду, но решили оставить одного единственного Старикса на Б. С 5-7 Сейзит покидает моментально Б, укрепляет апленд. Смотрим на Эдварда, и сейчас от Эдварда зависит многое. Воу. Воу. Зажим Эдварда, СФ забивает, но минус 50 кп было. 3 в 2, в спину заходит Старикс. Сконтрил. Остается СФ, нужен суппорт на медле. Где мидл? Сейзит просто ждет. Ты дышь. Вот так вот. Эдвард, демки, мувики и команда Клан Мистик. Сейчас всосал антиэко на главке. 1-1. Ваня, где ты был? Мы тебя так ждали. Ты уже совсем забыл, как развлекать нас надо, да? Не в рифму, но тем не менее. Я с ней не дружу, ничего страшного. Ух, ну что ж, заруба эпичная продолжается. Вот чем закончится, пока непонятно.
Параллельный матч играет команда Титан и команда Кик, тоже на Старладдере, поэтому... Так. Киашима. Да, там есть стрим с Ефрага, друзья, и на этот матч, по-моему, стрима с Ефрага нет, как я понял. Да, на это только эта трансляция наша. Странно, что Ефраг решили не смотреть этот замес, потому что здесь как-то поярче должно все быть. Но в любом случае, португальцы на Старладдере удивляют вообще все КС-сообщество, потому что матч на Старладдере они почему-то выигрывают у топовых команд. На других турнирах у них не заходит, но вот Старладдер у них как-то... Какая-то аура просто. Аура возмездия, не знаю, как еще назвать. Так, Зевс сейчас будет под моменталочку заходить на 20. А, за, зачем моменталка? Он так, в принципе, справился. А вот это привет. Ха-ха, как дела, я Кеннис. Ну, хорошо, все нормально, так нормально. И, ну, Эдвард здесь... Слушайте, Эдвард сегодня в форме. А вот у Гвардии она что-то пока не работает. Его ваншот, ванкил. Но зажал неплохо последнего. 2-1. Смотрим на клан Мистик и ждем от них бая. 5-5 есть на, у Кенниса, и это, по-моему, Авик. Да, это АВП. Удачи можно в таком случае ему пожелать. АВП у Нави нету. Расстановка сил на первый девайсный, на первый серьезный девайсный раунд наборный. Ого! Ну, Гвардиан вышел, конечно, сейчас против Кенниса и... Вот оно, АВП. Второго еще Кеннис также заметил, но не убил. Нервничать начинает немножечко француз. Ну, нервничать начинает просто веселиться уже. Прыгать, распрыгивается, забирает бомбу. Ну, французы сейчас могут, в принципе, принять правильное решение. Ой-ой-ой, Эдвард. Вот последний момент. Последний момент ему закрывает мидл, он чекает дом. И, по-моему, все-таки Нави укрепились. Сейчас апленд не зря. И посмотрите, что происходит. О, Зевс подсаживает Эдварда и принято решение... Стоять до конца. Прохода по коврам нет, и клан Мистик в любом случае попробует зайти на главку. Еще один дым. Продлевается дым на центре. Французская команда начинает атаковать. Ну, я, наверное, сразу просто включу здесь вам Эдварда, который в антифлэш позиции прячется. Так, отходит Зев с двадцатки, слышит это дело СФ. И французы на шифтах перетягиваются под Б-плент. Нави это понимает. Эдвард остается. Ну, вот Эдварда на Б сейчас может не хватить. СФ в медле. Ну, Эдвард до последнего ждал. Тем временем сейзит на Б, в принципе, неплохо. Принимает АВП от Кенниса. Ну, вот это уже риск. Это риск. Попали по ноге, сразу Эдвард остается последний. Но это будет 2-2. Качели. С качели начинается эта встреча. Вот если верить тому, что я и видел, я просто параллельный стрим смотрел с ЕСЯ, какой-то англоязычный. И вот матч, когда они уже играли. Там, в принципе, первая половина тоже была с качелями. Но так как за Нави пока 1-0 в сегодняшнем вечере, у клан Мистик вполне себе неплохие шансы на ответ. И они просто уже знают, что нужно делать и что не нужно делать. Потому что один день одна игра, другой день другая игра. И здесь, по-моему, Нави можно было просто прочитать. Ну, клан, с учетом того, что клан Мистик сейчас на бай хорошо сыграли и Ковач подбрили на центре, это говорит о том, что они знают то, чего не знаем мы, и выводы точно делают правильные. Титаны играют параллельно, друзья. Титаны вчера буквально так же... Ну, Титаны вчера на самом деле неплохо сыграли. Свой гранд-финал на Фрагбайт Мастерс, но... Но закончилось это все как-то не очень успешно, не очень хорошо. Для них. Ну, не смогли собраться на Инферно. Опять-таки, против датского Инферно пока что еще приемов нету, как я понял. Тем не менее. Ого, как у нас эта батарея просто сейчас тут шумит. С мамой на сайте. Я имею в виду ноута батарею. Да, вот если вы в звуке слышите такое, бжж, это никак не фиксится пока. Но скоро там заменит, я надеюсь, микшер, заменит кабеля, и все будет хорошо. Ну что ж, клан Мистик попадает на бай от команды Нави. Бай не очень уверенный, но Нави его даже интенсивно играть не пытаются. Значит, готовы принимать. Одна чешка есть у Зевса, сейзит на подсадке на Б, Старикс прячется. Б-плент, по-моему, да, Старикс сейзит. И французы пока еще не определились, куда пойдут. За бомбой отправляется GMX и 45 секунд. Ну вот за которые надо успеть столько всего сделать, но пока... Это Б. Это Б от французов, и развода на пленте нету. Нави этого дела, это дело не читают. Эдвард ждет до последнего. Гвардиан укрепляет А.
Ну, по-моему, Старик с Эйздом сейчас будут вдвоем отбиваться. Не знаю, получится у них там сделать мясорубку перекрестным огнем. Или не получится. Ну, в общем, выход в перекрестный огонь. GMX проскочил. Вторая флешка, второй дым. Мы с второй волны зашли вообще нормально. Старикс выжидает до последнего момента. Его сразу закрывает СФ. Уверенный спрей. ХАЕ Б3. Ну, французы просто мастер-класс показывают при заходе на Б. И еще Кеннис. Ну, вот досиделся. Сейзет в гнезде. Ну, сразу видно, что французы просто... Вот клан Мистик просто сегодня уже играли с Нави. И понимают, что будет происходить хотя бы примерно. И от этих знаний как-то, не знаю, у меня аж в яйцах похолодело. По-моему, Нави могут потерпеть, и будет 1-1 за игровой вечер. Но так как это матч StarLadder, Нави здесь нельзя вообще проигрывать команде Clan Mystic. Ну, во-первых, они, по-моему, вот по классу, они на самом деле даже не 50 на 50 играют. Мне кажется, что Нави лучше. Нави лучше в плане командного взаимодействия. Нави опытнее, и Нави титулованнее однозначно, чем Clan Mystic. Но опять-таки, если начнет переться сейчас Хартс, Кеннис или там СФ, например, как сейчас мы видели, вот то, что с одним ХП остался жив, но сделал минус против очень сомнительной позиции Старикса, то французы могут просто развернуть. Пока 3-2 в их пользу, экшен продолжается. Чем он закончится, пока не ясно. Но мы будем верить в самое хорошее до последнего. Но я все же надеюсь, что Нави смогут, потому что это очень-очень важно сейчас. Для них. Им нужны эти очки. И хочется видеть, на самом деле, на лан-финалах Star серии. И... Я думаю, меня многие поддержат с этим. Так. Неловкий момент для французской команды настал, когда... Вот... Посмотрите на то, как он сидит. Тот самый неловкий момент, когда тебя зааркадили, надо забрать бомбу, а вы... Ну, короче, теряют на этом 20 секунд сейчас французы и в меньшинстве отправляются на... Но нить краунда у них еще не потеряна. Они примерно хотя бы представляют, что ситуация может поменяться 3-4 раза здесь за... до конца этого раунда. Так, ну и... Сейзет ждет Б3. По-моему, пора уже рожать французам, и они решили... Так, ну будет гореть Б3. Ну, не долетает здесь до Сейзета, Молотов. Ох, все, ну тут надо принимать. И Денис Костин проигрывает на стрике. Второму игроку тоже. Зев справляется, но с СФом не удалось справиться. Гвардия на ВП. Бомба ставится. Гвардиан минус Харс, пробегающий. Ну все, знает о бомб кэрри. И бомб кэрри его обманул. Второй фазум от Ковача. Ну вот, с третьей пули уже, конечно, здесь зря СФ рискнул выйти. Ну что ж, Нави не дают забрать раунд команде из Франции. И хотят, наверное, за защиту подоминировать. Кстати, очень важно то, что они сейчас именно этот раунд затащили. Потому что французская команда могла обрести уверенность в себе, если бы начала переться. Так, кстати, мы заканчиваем... разработку проекта Half-Life Mobile. Спасибо всем, кто следил за нами. Написали вот что-то в чате. Думаю, Словак не пойдет против Кенниса стреляться. Да пойдет, пойдет. Это, да... Знаете, вот это... Словак же играл в Сурс очень жестко и долго. Это значит только то, что он знает Кенниса совершенно прекрасно. И по стилю игры, на самом деле, это одного поля ягода, как бы, да? Все эти два персонажа. Ну вот, пожалуйста, Гвардиан ждал Кенниса и... Я вам говорю, что вот Гвардиан, я уверен, в атаке будет играть относительно так же, и Кеннис будет тоже терпеть, как сейчас потерпел, например, Ковач. А ВП надо, правда, было сейчас отстрелить с медла, но... Нави вот не принимает во внимание то, что время-то идет, и укрепление слишком позднее, 20-ки, все, на главку заходят игроки атаки и пойдут, по-моему, все на 15. Зевс белый в 20. Ничего не может сделать, ничем не сможет помочь. Гранаты вылетают на 20-ку, чтобы не было пушек. Короче, какая-то... Ну, вот это сейчас от Сейзеда было вообще игра в слепого ковбоя, и закончилось все печально. Зевс минус Кенни, Смит и Эдварда отдают. Перекрестного огня нигде нету, и французы все-таки вот заставили занервничать Нави. Нави даже не поняли, куда пойдет атака. Сейзед вышел в аркаду, французы все еще стоят у библиотеки, при этом умудряются бегать, двое из них умудряются бежать обратно на 15 и развлекать 20-ку. Ну, и вот из-за такого, ну, не смогли скоординировать свои действия Нави. Здесь уже... не хватило понимания раунда оппонента. 3-4, клан Мистик все-таки вышли вперед, и это преимущество досталось им потом и кровью. Дальше будет посложнее. Так, Кеннис на АВП, ну и можно смотреть, наверное, за ним. Вообще львиную долю раундов за ним смотреть приятно, только
У него что-то сегодня Gold TV его перекосило все. Ну, видать, 50 перед игрой пропустил, бывает. Так, Нави не совсем понимают, что происходит в каждом раунде. Но я думаю, тут и французы в таком же положении абсолютно. И во второй половине мы это с вами, наверное, увидим на наглядном примере. GMX. Открывает Костина. Ну, вот она такая попытка не пытка. И Кеннис, ой-ой-ой. Ну вот видите. Видите, как оно. Смотришь за раунд за Кеннисом все время. Видишь, вот как Нави реально разменивают. Но все заканчивается опять на Кеннисе. Шанс-то был опять у Нави собрать французов. Ничего в их игре такого нету. Все считается, все возможно. И только вот что не хватает конкретно, пока непонятно. Так что не говори, а французский КС прекрасен. Вот мне французы нравятся только стрельбой. В плане стратегии там ничего сверхъестественного никто из них давно уже не показывает. Как бы... Все стратегии, не понимаете, все стратегии, тактики, они уже давно понятны. А вот следить за... Следить в матч, за матчами, смотреть интересно только, когда играют реально топ-команды, потому что там они готовятся друг под друга. А иногда не готовятся друг под друга и обыгрывают. А иногда и вообще... Кучу лузов можно словить. Так, СФ сейчас может... Ну, вот это, да, вообще красава, да. Типа... Типа напряг апленд. Типа фейк. Типа фейк от СФа. Нави по-прежнему вдвоем на Б. Так, ну вот тут сей... Ой-ой-ой-ой, все, сей... Так, тут вообще интересно получается, посмотрите. Дым-то ложится не на хелпу. И сейзит принимает. Второго не принял. Старикс, вот это да. Вот это да. Не раскидал флешки и просто вышел в кафель. Ну, тут клан Мистик могут забрать, конечно же. Правда, Гвардиан закрывает Кеннеса. И 3 в 2. Зевс выпадает. Бомба стоит на шашлыке. Гвардиан. Ну, сейчас от Ковыча зависит очень многое. Сможет ли он здесь... Так, Зевс дает минус. И Ковыч должен здесь контрить до последнего. О-хо-хо! Вот это реакция! Вот это дернул парень, и, в общем, дефьюз бомбы, Зевс даже без дефуза начал это делать. Хотят Нави раунд, это 5-4. Это 5-4, деньги у французов все еще есть, поэтому Нави не следовало бы, конечно, сохранять звено Б-планта, которое пока не работает. 3-7 Сейзет, 4-7 Старикс. Вот такая статистика на бой у этих двух игроков. Ну, на планте все замечательно у Эдварда, мы это видели, он просто мясорубку сегодня устраивает. 9-6, 8-4 Гвардиан, который на центре... Играет с переменным успехом, но готов, наверное, показывать результат стабильный. Надо только лишь подождать переход за вторую половину. Так, раскидка гранат на центре. Кеннис играет с ВП. Гвардиан, кстати, на этот раз... Вот это да. Ну, поменялись позиции. Поменялись стили игры Нави. Молодцы. Сейчас, кстати, это просто вовремя выглядит. Ну и... Вот так вот. Забирает СФа. Прохода в дом не будет. Инфа по Ковычу есть. Сейзит укрепляется также на... Французы идут туда из расчета на того, что там будет один немобильный игрок. Но они не знают то, что здесь уже четверо. И вот это заканчивается все. Вот такой вот неприятной хренью, как бомба на 20. И контроль у защиты. Ну и Кеннис и его АВП. Ну, французы сейчас, конечно, молодцы, если думают, что Нави захотят закончить раунд быстро. У Нави такое положение, что им просто можно никуда не идти, тупо сидеть все 50 секунд и пить чай. Чё-то Кио походил в дыму налево-направо, не захотел идти. Минус Гвардиан. Кенниса принципы и французы тащат. 2 в 2, дают выпад. Выход 20, Зевс должен был убить. Да, убивает. Киашиму остается Кеннис, забирает Зевса. И один на один со Стариксом. 26 секунд. Ну, Старикса не засчитал и... Подстрел от 15. Ну, посмотрите. Посмотрите, какие все-таки нервные встряпки сейчас устраивает команда Клан Мистик Навишникам. Вроде бы и сидим на бомбе, и все хорошо, и выйти должны с дома. Но, тем не менее, благодаря скиллу Кенниса и его уверенной игре были даны самые важные фраги. Вот как он Ковача убил, мы пропустили. Но мне почему-то кажется, что это не в первый раз такое будет. Ну, ладно, Гвардиан игра против... Ямы и Гвардиана видели. Все, он уже здесь на мидл не выпустит. Чекнет полтора только на Верочку. Да, есть на полтора игрок атаки. Ну, не на полтора, а вообще от респа по нему стреляли. Поэтому Ковач просто дал инфу, а французы ушли все на Б.
Так, ну и тут сейчас может быть какой-нибудь рандомный момент. Одна флешка и... Да, под одну флешку открываются игроки нападения. Ну тут Na'Vi читают экономику, спокойно скайфели агрессивно это все перекрывают. И Сейзит со Стариксом в паре играют весьма успешно против Эка. 6-5. Снова раунд преимущества у Na'Vi. Вновь они впереди уже второй раз. Поможет это им в дальнейшем или нет, пока непонятно. Ну и результаты сегодняшних матчей, друзья, пока у нас вот такой вот интересный фристайм. Я думаю, вы останетесь довольны этой интересной инфографикой на сегодня. Фидбэк, привет, друзья, подписываемся в Твиттер, мне его надо раскачать. Вас там пока 5000 подписчиков, я им не занимался, но может будет больше. И будем там устраивать обузы по хэштегам. Сразу напоминаю, что первый обуз будем делать на финалах StarLadder'а по хэштегу SLTV. Войдем в тренд, так сказать, мировой. Хотя бы на денек и... А CSGO станет известно хотя бы еще нескольким людям на этой планете. Так, ну что, 5 в 4 не удалось сыграть на Open Clan Mystic. И медленная главка сейчас готовится от них. Медленный аплент. Эдвард вот уже скучает. Так, Библа. Смотрим на дымы. Так, ну что ж, готов кидать сейчас уже GMX. Да, вот первый дым падает. Нет, дымы плент, Эдвард. Аркада на ковры, дает минус 2. Его должны были выкидывать с двадцатки, но двадцатка не сыграла. Сыграла поздно, правда, Эдвард забрали. Но еще ничего не ясно. Не, все, здесь нормально. Здесь все нормально. Эдварда забрали, ковры не пробили. В итоге Na'Vi сыграли идеальный раунд на выжидании. 7-5. Ну и на 10-5, наверное, будут рассчитывать в этой половине как минимум. Но почему? Потому что бай французы не взяли. Это отдача восьмого. 8-5. Ну, 9-6, 10-5 первая половина. Может быть, конечно, 8-7. Но я сейчас посмотрю, как они на ESEA сыграли. Там, наверное, даже есть подробная статистика. И в любом случае лучше от того отталкиваться. Вообще, матчи между этими командами... Начнем, наверное, с самого старого матча, который есть. Матч в рамках Raid Call EMS One Pal Cup 2013 года. Второй кубок. И Na'Vi в составе Zef, Сейзит, Кибакин, Сеня, Старикс расправились с Клан Мистик со счетом 16-12, где играли Киаши, Майори, Картс, Кеннис и Квикли. В рамках Катовицы. В Катовице команда Клан Мистик обыграла команду Na'Vi на карте... На карте DDoS 2 со счетом 16-13, и Na'Vi не смогли затащить состав. Кстати, этот же. И Клан Мистик там неплохо порадовались. Ну, то есть составы идентичны этому матчу. Ну и матч на StarLadder'е в прошлом сезоне, в восьмом. Друзья, команда Na'Vi в составе Кибакин, Зев, Сеня, Старик, Сейзет. Я не побоюсь этого слова, всосала Мистиком со счетом 16-8, которые играли лейнапом Йори, Капекс, Харски, Ашима, Квикли. Кьёль там просто их вообще разрывал. Ну вот это как раз и было Инферно. Ну и сегодня они уже одно Инферно отыграли. Осталось два раза отыграть Инферно. Но знаете, по-моему, сколько бы ты... Так, вот аркада чем заканчивается. Посмотрите, Na'Vi занимает мидл, пытаются лезть в сено. В итоге GMX вот только на руку сконтрил. Гвардиан пропускает ковры. На плинте уже есть Киашима. GMX ждут. Схарс перетягивается с бомбой. Na'Vi хоть бы хрен. И Гвардиан. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот тут вот Киашима говорит привет. Все, Гвардиан понимает то, что это его косяк, то, что он пропустил ковры. Но Na'Vi сами себя в такую ситуацию загнали. Тем не менее, по фрагу достается Эдварду и Стариксу. Старик забирает мидл, и потерянного беднягу Кенниса отстреливает Эдвард. Бомба падает на полтора, и Эдвард! 18 на 8. Сегодня он не чувствует французов просто никаких. Вот, да хоть команду Титан подавай этим парням. Слэм, дай инфу про лан-финал. Друзья, лан-финалы в мае. Инфа вся есть на csgo.starladder.tv. Где они будут проходить, пока непонятно. Это я вам по чесноку скажу. Так, Twitch лег. Флешки, кафель, выход. Он пытается последний раунд взять рашем под на Б, под раскидку. Один игрок зашел, дал инфу от двух позиций. Все, что нужно французам, просто убить, и все. Но вот оно, что происходит. Сейзит подлавливает двоих при попытке захода в плент. Ловит третьего, есть граната. Старик с точки, это анал карнавал. 10-5, первая половина для французов. Не самый лучший счет. И начало второй будет, наверное, решаться все в
пистолетном. А вот на лане, кстати, как раз-таки нас ожидает масса сюрпризов. Так, статистика. Ну, вы видите, как сыграл Эдвард, и видите, как сыграла французская команда. И все-таки Эдвард сегодня... Сегодня Эдвард в духе, Эдвард в форме. У Эдварда все хорошо, все весело, и может даже он порадует нас. Порадует нас и во второй половине. Будем ждать от него эпичной пистолетки. Результаты матча сегодняшнего дня. Еще раз перед вами на экранах. HellRaisers обыграли на Мираже команду Na'Vi. Кураж уступили Фнатикам на Инферно. НИП показали свой стабильный нюк, обыграв Фнатик, которые не смогли найти инициативы и собраться в нужных раундах во второй половине. Кстати, там вот есть на что посмотреть. И самое главное, есть что понять. То, что вот, например, с нами сидел Ангел, он просто примерно 70% того, что происходило, рассказывал как есть. Самое главное, что вот про команду Фнатик он много чего полезного сказал. Спасибо Ангелу за это. И вот не знаю, кого-то еще из ашеров на самом деле хочется дернуть на завтрашний, послезавтрашний стрим. Завтра, наверное, для вас будет комментировать Страйк. Но пока еще не ясно. Скорее всего, я тоже буду. Вообще, я хочу так. SF просто пишет килл в консоли при счете 10-5. He crash, no game, sec. А почему не ставится пауза, непонятно. И зачем чувак написал килл в консоли? Ну, это просто... Просто бред. Слушай, раунд уже начался, когда его... Ну чё, вот они вот почему они... Я просто пытаюсь... Ну, французы просто, как всегда, на все насрать. Нет бы паузу поставить, да. Не, надо написать килл в консоли, отдать пистолет. Ну, теперь у нас минус худ. Я хочу лишь сказать это. А это очень плохо. Меня это бесит. Всегда бесило. Когда руки растут из жопы, вот такое часто бывает. Берут и ломают худ. Но это беда. Просто беда. На сервере пауза, пятый зашел, французы что-то пишут, админ. Или Сейзит пишет админ. ЗЗЗ. Конечно, ЗЗЗ. Я вежлив, я им даже вежливо написал. Все, рестарты 10-5, закончилась первая половина в пользу команды Na'Vi. И сейчас Na'Vi будут брать пистолеты, я уверен. Или не будут. Так, ну Na'Vi, конечно, опасно. Сейчас начали, попали, посмотрите. Под раскидки на медле, под раскидки на Б и... Файт. У французов просто выжидание. Короче, Na'Vi сами себе пока приключений напридумывали. Побегали на дуге. Везде, короче, постреляли. Толку никакого нету. Отчекали только Хартс. Где стоит Хартс? Это Б, да. Ну, вначале туда заходил. Сейс с Эдвардом. Ну и Na'Vi готовится выходить на апленд. При том, что это все будет делать через дом, как я понимаю. У французов идет замена на 15 и укрепление Б плента. Ну, как видим, номер 4 находится пока что. Это Кеннис в лютом ожидании. И Na'Vi, по-моему, спалили себя сейчас, да. GMX третьего выпада забирает Зевса. Почему суппорта не было, непонятно. Киашима, все, в пленте есть игроки атаки. И вау, 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 Старикс. Но, по-моему, Na'Vi просто сейчас не зайдут в плент. Хотя Сейзит пробил. Кенниса заставили потеряться. Он поставил хедшот по Эдварду, при том, что очень жестко. Старикс пытается держать под прицельным огнем малое. В этот момент с двадцатки пытается ворваться СФ. И туп, ну вот зачем он топал? Зачем он топал, когда его местоположение не было известно? Наверное, думал то, что пески зачекают и все. Ну и Na'Vi на три пистолета спокойно разрывают сейчас клан Мистик в первом пистолетном. Кеннис сыграл только на минус один, но хедшот был нереален. Слушайте, 11-10. Ой, 11-5. Так, друзья, счет будет вылезать каждый раунд, чтобы было понятно. Для тех, кто не понял, что нам просто сломали худ.
Ну и что-то мне подсказывает, что вот в этом матче клан Мистик даже выкладываться не собираются на всю катушку. Черт, я счет неправильно написал. 5-11, во. Вот так вот, наверное, будет правильно. По-моему, они даже на полную катушку выкладываться не хотят, потому что все силы, наверное, оставили на Инферно, который разыгрывался на ESEA Invite League. По пингу. Вот вам, пожалуйста, пинг. 17 USF. Так, Гвардин. Минус. Ну, с опенфрагом на А. Можно поздравить команду Na'Vi. Сейчас будут драться с плантом. На планте особого сопротивления нету, но... там есть Кеннис, который может, в принципе, быть очень-очень жестким. Ну да, жестко попадает, но это... Это не все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Сизет. Ну, будут загонять беднягу последнего в угол. Просто хард спрячется. КТ. Еще один эко придется французам заждать. Ну что, неужели от французов ответ не будет никакого? Вот на пистолетах. Ну, вот сейчас попытаются угадать. Б-плент. О, Сейзет! Вот это провал! Ну как же так? Ты. Ну, хотя он сейчас мертвый, видел трех игроков, которые на Б-пленте, только. Он либо сейчас не дал инфу, либо я не понимаю, что происходит. Na'Vi по-прежнему на шифтах. Если 3Б, значит 1А, можно было выйти. Но тут уже, смотрите, французская команда успела с Б-планта просто перетянуться полностью на А. И для Na'Vi это будет определенный сюрприз. Тем не менее, размен 3 в 3. Выходить на А дальше просто глупо. И, по-моему, все-таки Сейзет завтыкал с инфой, либо он умер, отвелся и не успел ее дать. Гранаты пески, без результата. СФ просто будет сидеть дожидаться. У Кенниса есть УЗИ и... Ну, Na'Vi сейчас идут просто заведомо в тупик. Но справляются. Ну, вот Кенни смог бы еще подождать, конечно. Чуть-чуть. Ну, и это уже 13-5. Клан Мистик. Кеннис. Ну, Кеннис только что наигрался в центре с ВП, и ему не дадут делать выпады. Посмотрите, у Гвардиан. Ну, вот я говорил, что Гвардиан любитель этого СЕ, но он также ждет Кенниса, как Кеннис ждал его. Он также понимает, что у Кенниса зачешется, Кеннис захочет вылезти отсюда постреляться. Сколько раз мы это уже видели, история французов ничему не учит. Зевс, Сейзет. Не. Сегодня не день, клан Мистик, это точно. Тем не менее, размен дуга. Зевс пытается забрать второго. Вот как Сейзет погиб, вообще непонятно. Вроде идентично стояли на два девайса, но кто-то кого-то отдал. Ну и Зевс напрягал дугу, в итоге успокоился. На планте по-прежнему тишина. Сталикс подготавливает двадцатку, чтобы выйти главку. И Na'Vi сейчас делают очень сложный раунд БА. С учетом того, что непонятно, где окажется бомба. Все может закончиться очень плохо. Так, проверяют нычку на пятнахе. Угол пустой, никто не вышел. Зевс проходит 15. Французы сидят вдвоем на пленте и вдвоем на Б. То, что АВП, конечно, сейчас на Б, это огромный, это больше плюс, чем минус. И смотрим, что будет делать Старикс. Ну, вот автодиректор показывает Эдварда. Давайте на него тоже смотрим. Скорее всего, сейчас Старикс будет первый выходить на размен. Задача Эдварда убить пески. Так, ложится дым. Но тут вообще подмастили. GMX чекает мид, запирает Гвардиана. В этот момент с малых играет очень жестко Зевс, но его позиция не дает ему этой возможности. GMX остается красный, 3 в 2, и раунд на бомбе от Na'Vi. Эдвард будет играть в пленте, Старикс... Ну, Старикс сейчас может просто лала словить, двадцатка его закроет. Все, увидел GMX. Кеннис, АВП, вау. Ну все, неплохо заканчивается, Старикс успевает убить СФ, а Кеннис АВП 1 на 1. 1-1 и Кеннис! Какой фазум! Какой фазум в Старикса! Ну вот, знают Na'Vi, что нельзя против Кенниса вообще открываться. Знает это, не знаю, наверное, любой игрок, который играл с клан Мистик, но почему-то здесь... Почему-то здесь Старикс решил блеснуть умом, сообразительностью и скиллом, просто открылся. Просто стоял открытый и думал, что Кеннис на него побежит с пистолетом, или что он думал, я не знаю. Когда можно было спрятаться и не лезть. К
Финиш в зуме. По крайней мере, до дефьюза бомбы можно было спокойно подождать. А так отдали раунд. Бесплатно отдали раунд. Зря старались, зря тащили. Тем не менее, 12-6. И план Мистик с этим раундом просто могут сейчас обрести уверенность в себе. Морально они еще не сломались. Так, Зевс, упор, бревна, аркада Б и вау, СФ, Хардс в паре синхронно убивают двоих. Гвардиан пытается выждать на паузе, в итоге СФ срывается, пушит его, добивает. Выходит в этот момент Эдвард, пытается разменять, ну и тот туда же. 4 в 2. Старикс в доме, на! Почелло, врачелло, минус Старикс. И все, что остается Эдварду, это просто играть на Б. Стрельба, минус. Выход на точку, загоняет Харца, чекает его в упоре, забирает и будет ставить, установлена бомба, остается 1 в 2. Его поджимает дуга, очень агрессивная, Кенни с хелпы, с АВП, Эдвард. Эдвард уходит, но вот зная то, что будет Кенни на хелпе, слышал его шаги, не обратил внимания, что дуга уже отпушила. Но он думал то, что вряд ли Киашима будет такой наглый, тем не менее наглость Киашиме здесь только на руку сыграла. 7-13, и клан Мистик серьезно настроены. Очень серьезно. Вполне возможно, даже они сейчас повторят результат свой матча на ESEA. Напомню, 16-12 вроде было на ESEA, да, если я не ошибаюсь, Пандыч? 13? Вроде 13, говорит Панда, но сейчас узнаем матч Дикириш, там есть по-любому. Нет, 12-16. Он пытается Киашиму зашить. На самом деле, сейчас он... сыграл в себе же в антитайминг, но игрок команды Na'Vi инициативу не проявил. И опен фрага легкого здесь не удалось сделать. Последняя атака от Na'Vi, потом идет экономический раунд, поэтому будут стараться сыграть на максимум. Но что самое плохое, что раунд на А уже у них не получается, а вот раунд на Б, возможно, получится. Но, опять же, жопа требует приключений, поэтому надо идти на А. Эдвард не согласен, Na'Vi не согласны, будут выбивать дугу. А там ничего не подозревающий Хард стоит со своим кольтом, думает то, что сейчас уйдет вживую оттуда. Что-то мне подсказывает, что ну вот две флешки, все, и Хард покидает тачку. Na'Vi приступает к атаке Б-плента. Номер 4 дергается, Старик остается на, будет ловить 20. Но СФ его проконтролировал. Все, клан Мистик знает, что это Б. Na'Vi уже в информационной ловушке. Раскидки нету, атаковать они могут только один раз, и на стрельбе Хардса загоняют. Ох, так вот. Ну, бомба сейчас, конечно, упала совсем плохо. Влетает Сейзет, ломает ситуацию, но 3 в 1. 3 в 1 остается Гвардиан с бомбой, и Кеннис идет его добивать. 3-3 во второй половине. Ну, моментально клан Мистик вот сравнивают. Не то, что сравнивают, моментально берут свои раунды и... У Na'Vi, конечно, здесь много чего не получилось. Непонятно, зачем они вообще собрались выходить сначала на А, потом... Не, вот когда они закидывали флешками дугу, они, по-моему, не знали, есть там чувак или нет, но они боялись, явно боялись того, что там засада. И вот проиграли на этом где-то секунд 10. Но если бы сыграли чуть быстрее, то смогли бы... Ну, я думаю, смогли бы зайти против одного, поставить бомбу, и шансы были бы куда лучше. А с учетом того, что под конец раунда и раскидки Аплента у них не осталось практически ничего в карманах, то вариант развития событий там один. Зевс. Твою налево. Зевс как стреляет. Хорошо, на двадцатке не отпускает GMX-а. Тем не менее, команда Клан Мистик спокойно по флангам контрит всех. Эдвард попытается сыграть на бомбу. Просто так, прошагивает на Б. СФ идет его давить. Топает. Эдвард. Ну, СФ. Пролетело рикошетом через железку. 4-3 во второй половине. Общий счет 9-13. И Na'Vi все еще пока не могут выбраться за свои дефолтные 3 очка, которые им достались логическим путем. Ну и логичным, неважно, да? То, что были экономические раунды у клан Мистик. От этого 3 у Na'Vi есть. Но там качельно, конечно, все было. Еще одна попытка от Natus Vincere потащить. Хардс СФ и поджим дуги. Да, делают все то же самое. Команда Na'Vi решает занять сразу дом на первых секундах, чтобы быть инициатором разменов. Кеннис, аркада а-ля Гвардиан, GMX поджимает. Все, провал за провалом, GMX. Нет, Гвардиан ответил нормально, сконтрил, 3 в 3. И Кеннис остается один на. Два игрока с Б-плента стягиваются. Na'Vi предпочитают... Да, Na'Vi принимает решение немножко подождать. Так как если был поджим, возможно, это было 4А, и выходить в двойку сейчас будет совсем не по шансам.
медленная перетяжка, и все это будет... Да, дуга будет продолжать заниматься. Вот, по-моему, Сейзда сейчас просто Кенни здесь выщелкнет. Уху! Кеннис как промазал. Но он не эпично, на самом деле, промазал. Обычная игровая ситуация. Пытался дать фаззум. Не успел свести пресел. Вот Сейзит начинает шарить на центре. Если попробует зайти... Ну, чекает двадцатку. 15, Харц. Боится Костя на Харц. Отфлешивается. Ну, и на Б-планте сейчас будет происходить самое интересное. Здесь у нас СФ. Залетают первые дымы. СФ не палится. Ну, вот так. Вот такие... Сколько раз таких не видели уже? Это просто провал от Нави. Вот знаете, когда игрок крысит с Б3, я начинаю замечать, да, на этой позиции, да, и тело какое-то идет чекать Тёмку вот здесь, то вариант убить Б3 только один, обходить его в этот момент. Как бы, да. Здесь же что происходит? Гвардиан смотрит куда-то вообще на Марс. СФ тупо ждет. Зевс заходит спиной, при этом не... Даже, он даже не пытался при этом смотреть сюда. А как Гвардиан должен прикрывать Зевса, если игроки сами не хотят чекать? Ну что за жесть? 10-13. 10-13, и, по-моему, клан Мистик свое все-таки возьмут. Важный девайсный раунд был проигран. Еще один бай от Нави, но уже не с таким юморком мы на него будем смотреть. Это по-любому. В том, что раскидки всего лишь на одну волну есть у парней. И они решили сразу выбить Б. На их ждет плетка, на Б их ждет два агрессора. Ну, наверное, будут пробовать играть Б. Нет, Эдвард запускает на двадцатку. Упор пустой, конечно же. Гвардин. Скорее всего, они сейчас просто убьют одного на А и попробуют туда зайти. А после этого... Ну, если сейчас поджим, конечно, с Б не умрет. Если поджим с Б умирает, то это шансы. Но в итоге клан Мистик просто сейчас контрит всю карту вот таким вот мувом. Так, Сейзет. Ну, разменялся. Харс уходит в минус 50. Нави приступает к атаке на центр. Вот-вот момент. Момент истины от Зевса. Забирает Харца. Все, бомба должна бежать на Б просто, потому что один упал. 2-2 ситуация. Перетягивается. Перетягивается Гвардия. Он очень быстро. Задача Зевса сейчас просто остаться в живых. Но самое главное, ему нельзя здесь вообще никуда вылезать. Ого, ну вот любопытство от Зевса. Ну не очень удачная позиция, конечно. Но и АВП плюс АКМ против Гвардиана на АК. Кеннис, просто великолепно. Счет становится 11-13, и французы берут еще один раунд. Нави играют крайне неуверенно в последние секунды. Непонятно, почему Зевс был, почему Зевс не менял позицию, почему не укреплял вместе со своим тиммейтом Б, почему остался стоять на КТ респауне, когда про него была известна информация. Но Кеннис молодец. Вот Кеннис молодец, просто чувствовал, интуиция его не подвела. Просто чувствовал, что чувак, наверное, залез на зеленку и даже не встал нормально в итоге. Ну, просто сохранить вот этот вот статус, да, на точке Зевса, статус защиты Б-планта, можно было одним простым способом. Это укрепить эту точку на двоих. Просто стянуться туда. В итоге Зевс остался отрезать. И ничего хорошего не произошло. Ну что ж, Нави будет пытаться построить атаку на. Но я уже здесь начинаю верить просто в французов. Это еще пока плетка не играла. А что дальше будет, когда у французов будет счет 13-13? Вот как они дальше будут работать? Ну, в итоге, смотрите, клан Мистик опять просто. Ну, Нави слишком долго ждут. Тут либо надо, тут либо атакуешь сразу и убиваешь, либо вот играешь в такой КС непонятный. Ну все, что, тут сейчас спокойно просто будет изнасилование команды Нави на пленте. Эти выходы в тупик уже начинают сейчас меня улыбать. Нави типа хотят показать сейчас класс, а в итоге класс показывает просто французы. 13-12, и счет уже не такой, как на ESEA Invite League. Поздравляем команду Клан Мистик, они сейчас готовы развернуть вообще коллектив NatSwinzer. Нави принимают решение закупаться до конца
этой половины. Очередной байс. Ждем действия от Старикса. Второй армор, наверное, Галил. Да, Галил. Точно не пистолет. Зевс. Флэш-центр, чтоб Кеннис не шалил. Ну, Кеннис, в принципе, шалить не собирался. Плетка от Киашима. Это интересно. Смотрим с автодиректором. На ее будут пытаться зайти агрессивно. GMX без шансов перекрывает Эдварда. Ну, стрелок против стрелка. Вот Кенниса загнать здесь можно. И двадцатку тоже. Кенниса убили на 20 GMX. Опасно. Ковач минус GMX. Ну, вот она игра, которая должна была быть. Зевсу тоже подмастили. И звено на плинте падает вообще в секунду. Нави наконец-то догадались, что надо тупо быстро играть. Не надо тратить время на эти раздумья, на раскидку. Это кто был? Зевс, ВП, СФа? Ого! Ну и Хардс последний. Но он уже не угроза. Хотя это угроза, хотя это не угроза, в 2007 была Ай как угроза и в 1.6. Но Хардс больше капитан, чем практически тащер или там клатчер, я не знаю. Поэтому оставим все как есть. 14-12. 14-12, у французов очень... У французов сейчас очень хорошая экономика и... Террорист win. Все. Ничего, Хардс. На втором медле. О, господи. Вот это да. Ну что ж, 12-14. И Нави нужно брать 2. Хоть как-то. Так, Молотов. Молотов файтинг на дуге. Клан Мистик боятся агрессии от Нави. Но оно понятно. Вот если у Клан Мистик может стрелять там Кеннис и Киашима, да, но... То... у Нави, например, вот конек, по-моему, является таким... Ну, не то, что конек, а вот туз в рукаве. Это такие парни, как Эдвард и Зевс. Если есть спаун и им нормально все раскидать, они на пару способны просто крушить и ломать все, что есть. Так, не будут занимать ковры под хае. Нави играют сдержанный холд. Очень сдержанно. Французы укрепляют двадцатку с двух сторон. Обратите внимание, что Нави львиную долю раундов играли как раз-таки, раскидывая 15 и выходили на 20. Вот сейчас есть шанс на самом деле сделать хоть что-то полезное. Вау, Эдвард, вот это загрыз. Ковач минус Хардс. Остается на плинте два игрока защиты. Нави думает то, что один. Но скорее всего сейчас вот зайдет. Да, бомба пойдет на Б, скорее всего. Сейзит, потому что уже зашел на точку. Бомба перетягивается. И Сейзит занимает Б-плент. Французы будут сейвить и попахивает 15-м раундом. Ну, конечно, здесь не все так железно, как вы видите, но по большому счету Сейзит даже Б3 не чекал просто. Ну, он уверен уже в этом. Все, возвращается СФ. Аккуратно все чекает. Играет в церкви. Кеннис минус Старикс на медле. Гвардиан минус СФ. 2 в 4. Ну, это какая-то хитро вылизанная суперстратегия от клан Мистик. Они даже при том, что у них ничего нету, они все равно убивают. Прощай, Киашима. Все, остается Кеннис. Ну, это... Ну, Скар будет сейвить ЭВП. Ему смысла нет просто его сейчас идти дарить. 15-12. И слушайте, по-моему, они сейчас 16-12, если сделают, будет тот же самый счет, что NES Я Invite League. Но давайте посмотрим экономику французов. Там будет дроп у Хардса. Будет дроп у Кенниса. То есть это уже 4 девайса. Как бы там будет байс. Могут ли они сделать 16-12, конечно, пока не ясно, но... все идет к тому, что могут, но если сейчас нормально продропаются парни... Ой-ой-ой, вот это... Ну вот здесь уже можно сказать, что и 16-12 недалеко. Дроп будет только один, хотя 3-3 GMX может купить. Давайте посмотрим на французов. Ну они долго думают, Кеннис остается с кольтом, да-да-да, они... Не, Кеннис АВП берет, кольт был чужой. Ну и того мы видим, то что есть одно ВП, один маг, один ФАМАС, два кольта. Ну нормально, нормально. Только вот на ретейк у них не останется гранат, если будут играть своим же стилем. Так, попытка убить центр. Мертво как-то. Ого, такого Кеннис пропускает сейчас. Это же жесть. Так, а Ковач где у нас? Ковач перестраивается на убийство двадцатки. Нави меняют направление атаки. Вновь начинали с дуги. Будут занимать по ходу дом. Нет, или продолжать дугу. Нет, посмотрите, решили. Так, все-таки
Все-таки Б. Лол, а французы думают то, что это апленд, потому что играли крайне закрыто. И Кеннису уже просто не дадут сейчас чекнуть мид, ложится дым от защиты, чтобы не было фаст-атаки. Что будет? Что сейчас будет? Ого-гошеньки. Так, GMX чекает дом. Дом пустой, чекает полтора, полтора пусто. Французы по-прежнему втроем на. В этот момент залетают дымы. 33 секунды до конца раунда. Французы понимают, что это Б. Удастся ли Нави зайти? И есть open фраг по Харцу. С Б3 пытается сыграть. Кеннис убивает СФа за Б3 с АВП, с КТ респауна. Вот это провал! Вот это провал! Не будет другого счета. 16-12. Нави просто показывают свою сегодняшнюю чемпионскую игру. И дублирует счет с ЕС Я Инвайт Лигой. И он 12-16. Поздравим команду Нави с этим. Поздравим меня с днем рождения. С вами был Слэм. Всего вам наилучшего. Увидимся с вами уже, наверное, завтра. И услышимся на трансляциях SL TV Star Series. Я улетел. Результаты матчей сегодняшнего дня. Все, кроме матча Alternate Attacks против Mouse Sports. 16-12, 12-16, 16-12, 12-16. Всем, кто был с нами в течение этого вечера, респект и уважуха.